Журнал «Строительство» вышел в свет в сентябре 2002 года. Первые номера выходили в объеме до 80 страниц. Но уже в 2008 году журнал выходил в объеме 280 страниц. В 2008 году журнал «Строительство» был признан лучшим отраслевым СМИ. В то время в редакции трудились 42 человека, но начавшийся затем финансовый кризис повлиял на развитие всей строительной отрасли. Новый путь должен был найти и журнал. В 2012 году журнал перешел в более современный интернет-формат и стал называться «Строительство.ру», прибавив к своим статьям ежедневную ленту новостей, работающую в онлайн-режиме. Уже через год после старта «Строительство.ру» стало лучшим отраслевым СМИ по оценке общероссийской общественной организации «Деловая Россия». А в 2016-м журнал был отмечен специальным призом Министерства строительства. Перед редакцией стоит задача предоставлять власти, бизнесу и гражданам объективную и исчерпывающую информацию, без которой невозможно устойчивое развитие стройкомплекса. Вопросы, поднимавшиеся в наших публикациях, нашли свое отражение в решениях, в частности, Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации, в законах Государственной Думы. И я считаю, что это вот самый главный итог нашей работы и, может быть, наша миссия – такое обсуждение организовывать так, чтобы строительная отрасль в результате получала взвешенное решение. В редакции каждый отвечает за свой участок работы. Так, служба новостей, опираясь на открытые собственные источники информации, формирует ленту последних событий в сфере строительства, начиная от изменений в законодательстве и заканчивая происшествиями на стройплощадках. Служба новостей является авангардом, или, можно сказать, спецназом всей редакции нашего интернет-издания. Если вы хотите постоянно быть в курсе событий, происходящих в российском строительстве, заходите на нашу ленту новостей, не пожалеете. «Строительство.ру» – это единственное отечественное строительное СМИ, которое индексируется в мировой ленте новостей Google. Благодаря этому материалы журнала мгновенно попадают в мировое информационное пространство, вызывая иностранный интерес к тому, как сегодня строится Россия. Английская версия сайта нацелена на наших зарубежных партнеров, тех, кто уже работает в России или рассчитывает прийти на российский рынок, а также на россиян, ищущих площадку для продвижения за рубежом. Помимо сотрудников службы новостей, обозревателей, сапкоров и переводчиков, над проектом также трудятся специалисты службы пиар. Журнал помогает бизнесу, как отечественному, так и иностранному, налаживать многосторонние деловые связи, а также рассказывать о своих последних достижениях и делиться с обществом собственной оценкой событий российской стройиндустрии. Мы рассказываем о самых передовых решениях, об инновационных технологиях, об энергоэффективных материалах. Мы первыми подняли вопрос и рассказали о дорожной карте, что это такое, и это все способствует, конечно, развитию строительной отрасли и стройиндустрии. «Строительство.ру» открывает свои представительства в регионах страны и расширяет корреспондентскую сеть, используя возможности современных мобильных и видеотехнологий. Все для того, чтобы страна и дальше успешно двигалась от информации к делу.